12 пригожих дівчин і 12 мужних хлопців. На сцені обласного драматичного театру вони змагалися за звання «Міс» і «Містер Гомельська область». А б тим, як проходило споборництво і хто отримав заповітні узнагороди, розкаже Ганна Каральчук. Конкурси пригожості для Гомельської області не рідкість, однак гети проходять у новому форматі. Сьогодні у першиню на одній сцені оберуть самих пригожих хлопців і дівчини у регіоні. Шлях у фінал почався ще у студені. Кастинги на конкурс проходили у трьох райцентрах і Гомелі. Далі – некілька місяців підрихтовки, під час яких удільники робили відеоролики про малу родзиму і обороняли свої проекти у програмі «Добрий вечір, Гомель». Три ліпші роботи показали у фіналі конкурсу. Окремо того, особним концертом пройшов для удельников и творчий этап. Наши участники приняли участие в качестве танцоров, в качестве певцов, в качестве спортсменов. То есть всячески свои таланты показывали на сцене, и жюри компетентное выбирало лучших из лучших. Шоу выглядало ярко и динамично. Удельники демонстрировали внешние данные у дефиле. Глядачи увидели 4 выхода. Визитку в национальных вышиванках изменили городские в образы от белорусских вытворцев. Дефиле у купальниках стилизовали под купальское свято. Самым эффектным стал опошний выход с элементами хореографии. Девчины у червоных сукенках и хлопцы у костюмах с бабочкой выконывали запальный танец. Кожного сустракала бура аплодисментов от группы подтримки. Тем часом каждый член жюри вызначал своих фаворитов. Попались несколько интересных номеров, на которые обратил внимание именно по своим критериям. Для меня, как отслужившего театру уже столько лет, конечно, артистизм. Это и сценическая пластика, сценическая речь, это умение подавать, смысл доносить, то, что делает исполнитель. Покуль жюри раялися, самые талановитые конкурсанты демонстрировали свои умения глядачам. Классичные сучасные танцы, попуры на цимбалах и новая экранизация «Терминатора» разогрели залу перед узнагородженням. У вынику титул «Мистер Гомельская область» отримал 19-годовый Илья Мельников, який звернул на себе увагу жюри еще в отборочном этапе. Ён, будучи инженер-экономист, учится в Гомельском державном техническом университете имя Сухого, а кроме того, занимается танцами и режиссурой. Я хочу в первую очередь сказать спасибо своим родителям, моему лучшему другу Ивану, который помог мне станцевать этот номер. Без него бы вообще ничего не получилось, моему хореографу, которая помогла с идеей всего этого, которая все поставила. И, конечно же, моим друзьям, моей девушке, которые поддерживали меня все это время. Спасибо вам большое, ребята. Мисс Гомельская область 2019 стала Маргарита Володькина с Петрикова. Девчина учится на юридичном факультете Гомельского державного университета имя Франциска Скорины. Ей 18 годов, и летость Маргарита стала вице-мисс конкурсу «Полесская пригожуня». Ожидали, что выиграете? Ну, как нет? Я надеялась, но все очень волнительно на самом деле. Я благодарна, огромное спасибо хочу выразить «Хрустальной нимфе» за подготовку, своим родителям. Это они вложили в меня кучу сил. Окромя диплому и подарунка, у переможцы отримали махчимость представлять нашу область на республиканских и международных конкурсах. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».